По данным Росстата, до 2022 года средняя заработная плата гражданина Российской Федерации составила около 30 тысяч рублей. Учитывая эти сведения, представители банка Тинькофф провели анализ расходов клиента, в ходе которого было выяснено, что в среднем каждый житель России тратит большую часть заработка на продукты питания и различные процедуры. На сегодняшний день в Дагестане проходит множество социальных экспериментов и опросов, где жители рассказывают о своих основных тратах. Так мы решили узнать, сколько же каспичане тратят на себя в месяц. Ну, наверное, где-то 1020. 1020? Да. Это, получается, что входит в эти 20 тысяч? Уход там какие-то? Уход, да, посещение каких-то мероприятий, покупки лично для себя. Ну, в зависимости от хотелок. Ну, летом это меньше, ну, где-то 20-25. Зимой, наоборот, наверное, летом это больше, 1030, наверное. А летом, а зимой поменьше. А примерно на что, допустим, уходят в основном деньги? Ой, ну это питание и развлечения. Около 20 тысяч рублей трачу. А в основном на что это уходит? В основном это уходовая косметика и одежда. Угу, все. А питание, развлечения тоже входят в это? Или вы... Развлечения входят, питание нет. Все. Питание не считала. Все. А если с питанием? С питанием? Ну, 1030, наверное, получается вместе с питанием. В месяц где-то выходит 10-20 тысяч. А что входит в эти 10-20 тысяч? Туда входит, получается, одежда, еда. Ну и разные развлечения, которые мы развлекаемся. Но если развлечения считать, то выходит больше. А сколько будет с развлечением? С развлечением? Да. 30 тысяч. 30 тысяч. А сколько тебе лет? Мне 17. В месяц? Ну, около 15 тысяч. А что туда входит? Больше всего лук, одежда. Где-то 10 тысяч точно. Я вкусняшки там была, продукты покупаю, что-то. Вот электросамокат уже купил вчера. В ходе социального опроса мы выяснили, что каспичане в основном тратят деньги на питание и развлечения.